Демоник, добро пожаловать. Попытка Малтаэля перекрыть мне дорогу в Пандемонии доказывает, что он все еще не готов сразиться со мной. Мне предстоит пробираться по выжженной земле, где тысячи раз сражались ангелы и демоны. На другой стороне в крепости Пандемония меня ждет ангел смерти. Не буду испытывать его терпение. Гребаный трус, этот империй. Зачем империю куда-то нас вести? Не нравится мне это. Недалеко отсюда осадный лагерь. Встретимся там. Я покажу тебе, что нужно сделать. Далеко идти. Прям далеко. Тут что-то демоны потеряли. Демоны. Полегче. Сейчас. Тебе стоит приложить большой силы, если ты хочешь выстрелить. Иди ты. На дамаг, и конкретно на дамаг надо. А то буду таких мозгов очень долго убить. Или проще от них убежать. Надоело мне. Окей. Терпение не входит в число моих добродетелей, не фаля. За тебя просрал Архонта мне. Окей, проще просто отправиться дальше. Здесь это так не поможет. Эти твари уже похлеще будут предыдущих всех. У меня
вообще ты, чертов империи, когда ты так нужен? Расчистил бы уже заранее для меня в таком случае. Сейчас эта форма проснется, и я начну. Ой, блин! Некогда ждать. О! Все сдохните. Что на мне эта осадная руна? Видишь осадный таран там внизу? Это единственный способ проломить ворота крепости. Но без осадных рун, которые дают ему силу, он бесполезен. Одна из рун у тебя уже есть. Но нужно найти еще. Ну конечно же, да. Ты найдешь демонов, которые хранят эти руны в магических ловушках на поле боя. Когда соберешь все руны, отправляйся к Тарану. Но знай, Нефален, даже если ты избавишь Малтаэля от безумия, я не поблагодарю тебя за это. Разумеется. Говник. Хамство тебе даже к лицу. Я ему помог, он мне даже спасибо не скажет, а? Может просто на терроризм в отеле на Империи стоило бы просто. И все бы вопросы бы решились бы. Это серки, блин. Пребывание в Пандемонии позволило мне увидеть другой мир. Он слишком космогоничный для сознания. Древние поля брани открываются передо мной, а на бесплодных равнинах стаи мелких хищников рыщут в поисках развитой повсюду магической энергии мозголомка давних битв. Вам, населяющим Пандемони, часто приходится идти на хитрость, чтобы выжить в его невыносимых условиях. И падальщики отличные тому пример. Черепки, привет! Они обрастают камнями и появляются на поле боя в массивной броне, и размеры которой приводят врагов в дребезь. Но если мощными ударами разбить удивительный размер, то оказывается, что истинный рост парочка. Ого-го, старый знакомый. Здравствуй, по пандемонию, не только медленно, но и внимательно смотреть кожу. Ведь под землей роют ходы туннельщика, чудовищные огромные печенечки. В любой момент один из них может вывести на поверхность и схватить зазевавшуюся жертву. И мои друзья-герои часто спрашивают меня, почему я отсиживаюсь в крепости? Еще живой говнюк. Под ним этого убить, блин.
двигался, Коль. Что за герои легиона? Пылающий легион прям какой-то. Ага, вот вы. Чем больше вы этих кровников призовете, тем больше дамага я нанесу. Один меньше. Еще один меньше. Курнок птихил! Так, все, вот мы его. Его серьезно ранили! И ты... ХП почти там не осталось! Еще меч нельзя было дать мне. Ой, сколько белого тут всего валяется. А кто-то остался тут. Все. Пора валить отсюда. На эти чертовы руны. Нет,
одежды, я сейчас говорю. Все, всех уделали. Вроде. Это признание, что? Долговато мне придется искать эти гребаные руны, если так все будет. Пройдусь и найду эту грёбаную. Не хочу уже с этим грёбаным Алтаэльчиком сразиться, но там, наверное, миллиард хп будет. Ага! Что вы нашли там? Такая тема должна быть еще где-то. Как я себя притягиваю? То есть, меня к себе... Тебе притягивай к себе. Сейчас ты уже подохнешь. Без всей силы. Развалины.
Я пошел искать гребаную руну. А враги и так умирают сами по себе. А твои ледяные брони и мои сапогов полезнейших. Поэтому их до сих пор не меняю. Не зря не поменял, потому что это желтая выпала. Я это просрал. Сами напросились, короче. И вот после этого я обязательно это сдохну. Что-то вызывает шары тут. Чё, где-то есть элитный моб? Просто где эти ульи? Ты 181 монстр! Каким-то образом убил. А уж вот так вот может сделать простая лишь ходьба. Так, возможно, у этого говнюка есть гребаная руна. Ух ты, куда-то попали мы. Исполин, зияющий пустотой посередине, вроде по краю запустил. Так, сейчас надо пройтись тут. Непостижимым образом удалось спрятать свою тело и выглядеть, как портал. Те, кто заходит в него, оказываются навеки запертыми в отдаленном мире. Значит, у нас этот монстр просто открыл портал. Другую локацию. В старых документах Декарда Каина я нашел описание тварей Пандемонии. Этот мир поразил его до глубины души. 20 лет назад он побывал там вместе с несколькими героями и помог им заточить великие воплощения зла. В своих записях Декард упоминает, что когда он стоял у окна крепости, глядя на поле боя, в небесах с криками парили какие-то крылатые твари. Я буду просто опять бегать, тут всякая детвора ходит. Не, в локации видно особо ничего такого нету. Видели бы это мои учителя. Курбок, слабак такой.
еще портал какой-то. Я думал, кто-то еще пойдет. Пушки сосуда, блин. Старые добрые твари из первого как-то подряд. Так, осталось двое. И это двое, они через вернись. Еще один меньше. В которых пусто, ничего нету. И сделаю простой круг. Здесь, по-моему, тупик тоже. Нет, не тупик. Еще дальше проход. Говно это, а не мир изгнания.